Итан, привет! Кстати, хочу поздравить тебя с премьерой сериала «Адель». И я тоже тебя поздравляю, Эстер, и у меня для тебя есть сюрприз. Пойдем прогуляемся. Итан, я не слишком люблю сюрпризы. Ну, Эстер, ну давай хотя бы просто прогуляемся в парк. Давай, я соскучился. О, ну ладно, давай. Эстер, давай здесь что-нибудь возьмем. Я голодный, а тут вроде бы как очень вкусная еда. Итан, ты шутишь что ли? Это же типа фастфуд, еда на улице. Что в ней хорошего? Да и к тому же я на диете. Я так понимаю, здесь бургеры, хот-доги. Фу, нет, я ничего не буду. Хочешь, бери себе. Кофе будешь? Хм, тут даже кофе есть. Вот кофе буду, возьми. Хм, ты взял самую калорийную еду, пончик и бургер. С ума сойти можно. Но, кстати, кофе у них неплохой. Эстер, помнишь, я сказал, что у меня есть сюрприз для тебя? Так вот, нам надо поговорить. Итан, я тебя внимательно слушаю. Эстер, я очень тебя люблю, правда. И хоть мы знакомы не так уж и долго, но это не важно. Важно то, что я люблю тебя. И поэтому хочу предложить быть моей женой. Итан, ты серьезно? И ты правда надеешься, что я соглашусь? Да ты пойми меня правильно, дело не в тебе, дело во мне. Я свободная девушка, и я планировала всю жизнь быть одна. Да, у нас с тобой отношения, но они у нас несерьезные. Так, вроде типа пиар или... Ну, просто, чтобы скучно не было. Ты классный парень, правда. И я просто не ожидала, что ты предложишь мне выйти за тебя замуж. Прости, пожалуйста, но я откажусь. Я никогда не хотела серьезных отношений. И уж тем более я никогда не хотела быть матерью. А если я выйду за тебя замуж, то мне, скорее всего, придется родить тебе ребенка. Ведь так? А я терпеть не могу детей. Я
Я никогда не буду чьей-либо женой, просто потому что я этого не хочу. Прости, но это так. Может быть, ты и подумал, что я, как другие девушки, мечтаю об этом, о свадьбе, о ребенке. Нет. И поскольку у тебя серьезное намерение, а у меня нет, то нам, видимо, придется расстаться. Прости, Итан, правда, дело не в тебе. Не смотри на меня так. Да, кольцо очень красивое. Но подари его другой девушке, которая всю жизнь мечтала о свадьбе, о детях и прожить с тобой до старости. Я не такая, я одиночка по жизни. Прости. Ну что, моя принцесса, добро пожаловать домой. Да, квартира однокомнатная. Мне ее подарили твои бабушка и дедушка. Я не хочу ее продавать. Я ее оставлю для тебя. А когда ты немного подрастешь, мы купим двухкомнатную квартиру, где у тебя будет своя комната. Мне так жаль, моя девочка, что ты будешь расти без мамы. У меня остается надежда, что Эстер когда-нибудь одумается и полюбит тебя. Я ведь ее до сих пор люблю. Наконец-то, наконец-то мы сегодня отсняли последнюю серию сериала «Адель». Он мне так надоел. Вот скажи мне, Итан, почему я, терпеть не могу детей, но мне постоянно дают роли, где я должна как-то контактировать с детьми? Вот ты мне скажи, почему? Я помню, снималась в сериале «Отец-одиночка». Тоже там было полно детей. Теперь вот «Адель». Я, конечно, соглашаюсь, потому что я актриса и очень талантливая актриса, но я не люблю детей. Я знаю, что ты не любишь детей. Я узнал об этом, когда ты чуть не убила нашего ребенка. Можешь мне не рассказывать. Да, актриса из тебя хорошая. Слушай, ты, кажется, хотела куда-то уезжать. Ты придумала куда? Потому что я поеду с тобой. Нет, я пока не придумала, я не знаю. Ну, вообще-то живот пока еще небольшой. Хотя я поправилась, заметно поправилась. Но живот так сильно не заметен, его можно пока что замаскировать. Хотя я уже взяла отпуск, так что мне придется куда-то уезжать. Слушай, а тебе обязательно тащиться со мной? Я хотела одна отдохнуть. Я не отпущу тебя одну, ты понимаешь это?
пока ты вынашиваешь моего ребенка. Ой, да ты думаешь, я что-то сделаю с твоим ребенком? Мне же сказал врач, что я не могу сделать аборт, потому что это навредит моему здоровью, а мне пока еще очень важно мое здоровье. Я рожу тебе этого ребенка, как и обещала, но и к тому же у меня нету выхода другого. Все, угомонись. Ладно, как только я решу, куда я поеду, я тебе сообщу. И вообще, позволь мне отдохнуть. Я устала, я хочу, может быть, даже поспать. Иди к себе домой. Нет, Эстер, я тебя одну не оставлю. Я буду о тебе заботиться. Ну, скорее, о нашем ребенке. И буду делать все, что ты попросишь. Тогда приготовь мне кофе, пожалуйста. Нет, Эстер, извини, но кофе тебе нельзя. Точнее, оно может навредить ребенку. Эстер, тебе что-нибудь приготовить? Ты голодная, может быть, что-нибудь принести, купить? Нет, спасибо, я не хочу есть. Все, оставь меня, я буду спать. Доброе утро, Эстер. Как ты себя чувствуешь? Ах, Итан, как я могу себя чувствовать? Во-первых, этот огромный противный живот. Мне даже на улицу выйти стыдно. Где моя стройная фигура? Где? И вообще, смогу ли я вновь быть такой же стройной, красивой, как раньше? Смогу ли я похудеть, чтобы вновь быть актрисой? Ты понимаешь, что эта беременность всю мою жизнь сломала? Этот ребенок. Ой, ну ладно, живот, но почему меня положили в эту больницу? Эстер, у тебя очень милый животик, он тебя не портит. У тебя была угроза преждевременных родов, когда малыш еще совсем маленький, и поэтому врачи положили тебя на сохранение, чтобы ты была под их присмотром. Ну что, девушка, я вас поздравляю, вы будете мамой, вы беременны. Послушайте, есть же вроде бы как операции по прерыванию беременности. Так вот, я бы хотела бы прервать беременность, потому что этот ребенок мне не нужен. Да, вы имеете право, но, понимаете, сейчас нету медицинских показаний для проведения подобных операций. А вы на таком уже довольно-таки сроки, когда по собственному желанию такие операции уже не проводятся. Уже запрещено просто так делать эту операцию, без медицинских показаний. Так что вам придется рожать. Если на вашем месяце беременности сделать эту операцию, то вы можете пострадать. Это очень опасно для здоровья. Вы вообще понимаете, что я актриса? И если я рожу ребенка, то я испорчу себе фигуру. Мне это совсем не нужно. Но, может быть, все-таки как-то можно сделать. Я заплачу деньги. Пожалуйста. Нет, в этом случае деньги вам не помогут.
Я просто хочу вас предупредить, что даже если бы мы провели бы эту операцию, то в будущем были бы очень серьезные для вас последствия. Поэтому лучше всего вам родить. Вы очень быстро восстановитесь, я вам обещаю. Алло, Итан? Мне плевать, занят ты или нет. Встречаемся в парке. Понял меня? Все. Привет, Эстер, что случилось? Я так рад тебя слышать, я соскучился. Конечно, я буду рад встрече. Давай, без лишних слов. Эстер, я так по тебе скучал и так рад тебя видеть. Но почему ты решила встретиться именно здесь? Потому что я голодная. Давай сходим в какой-нибудь ресторан, кафе. Ты же сама говорила, что здесь плохая еда. Послушай, я сама буду решать, где мне есть. Возьми мне что-нибудь на свой вкус. Хорошо, Эстер, ты чего? Ты чего такая? Я тебя не узнаю, правда? Иди! Эстер, ты правда какая-то не такая. Обычно ты говоришь, что ты на диете. Я тебя реально не узнаю, и меня это пугает. А потому что... Из-за тебя теперь мне никакая диета не поможет. Эстер, что я сделал не так? Я не понимаю, что я сделал. Отдай свой бургер, я не наелась. А теперь слушай меня. Ты понимаешь, что ты сломал мне всю жизнь? Ты это понимаешь? Я беременна от тебя. Ты знаешь, я хотела сделать аборт. Мне не нужен этот ребенок. Не нужен. Но этот зануда врач сказал, что уже поздно. И если я сделаю аборт, то это может навредить моему здоровью. Я не хочу, чтобы такое случилось, поэтому мне придется родить этого ребенка. У меня испортится фигура, опять же из-за тебя. Поэтому то, что я сейчас ела, мне уже хуже не будет, поверь мне. Я и так растолстею, как свинья. Я очень надеюсь, что я успею сняться в сериале «Адель» до того, как мой живот станет большим. И коллеги заметят, что я в положении, скажем так. Я уеду после того, как снимусь в сериале «Адель». Уеду куда-нибудь за границу. И там рожу этого ребенка. А ты потом этого ребенка отдашь в детский дом. Понял? Это твоя вина, и поэтому ты должен будешь отнести его в детский дом. Мне он не нужен. Делай с ним что хочешь. То есть ты хочешь сказать, что если бы не было слишком поздно, то ты бы пошла бы на аборт и убила бы ребенка, даже не поговорив со мной? Да, что здесь такого? Я же тебе говорила, мне дети не нужны. Понятно? И ты бы никогда бы не узнала, что у тебя мог бы быть ребенок, поверь мне. Но раз уж так, то я тебе рассказываю. А ты не думала, что мне дорог этот ребенок, потому что я люблю тебя? И мне даже страшно представить, что ты могла бы его убить. И как ты могла подумать? Как ты могла подумать вообще, что я отнесу его в детский дом? Потому что я очень рад,
что тебе придется родить этого ребенка, и мне плевать, что будет с твоей фигурой, потому что я заберу у тебя нашего ребенка и воспитаю его, и буду ему отцом, раз тебе это не нужно. И я ничего от тебя не буду требовать. И я буду ему отцом, потому что я не позволю ему жить в детском доме при живых родителях. Кое-что все-таки мне придется у тебя попросить. Это ради нашего ребенка. Сделай хоть что-то полезное. Мы должны официально расписаться, чтобы мы были мужем и женой, чтобы ребенок по всем правилам, по всем законам и по документам был моим, чтобы у меня не было проблем. Ты тоже ему будешь матерью по документам, но я не буду просить тебя, чтобы ты заботилась о нем, потому что ему не нужна мать, которая хотела от него избавиться. Просто, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы официально это был мой ребенок. Ну а на этом все. Я больше ничего от тебя не требую. Я хочу сказать спасибо тебе за то, что я стану отцом. Когда ты родишь этого ребенка, я сразу его заберу. Но если когда-нибудь у тебя появится совесть, и ты вспомнишь о том, что ты мать, мы всегда будем рады тебе. Скажи, а ведь еще неизвестно, кто у меня будет. Ладно, хорошо, я сделаю все, как ты хочешь. Раз уж ты такой у нас прям отец номер один, а я ничтожная мать. Да так и пусть и будет. Я же тебе сказала, мне не нужен ребенок. А насчет того, кто у нас будет, мне это тоже неинтересно. Я не знаю. Но вроде бы как это еще неизвестно, потому что я на раннем сроке. Вроде бы как я на 4-м месяце беременности. Это врач так сказал. Это все, что мне известно.